Рыхтуется до введения после реконструкции участок дороги Жлобин-Бобруйск, трассы М5, Минск-Гомель. Рух обоих боки уже открытый, завершается добропорядкование придорожной территории. До речи, новая дорога – первый белорусско-китайский проект у системы Белаутодара. Подробности у Татьяны Сергейчик. Дорожные будовники из разных областей Беларуси у час реконструкции трассы амаль 2 года жили у вагончиках пересовочного городка. Працевали вахтовым методом. Асфальтовый завод передвижной, производительностью 240 тонн в час. Сами представляете, если, к примеру, другие заводы производят там порядка 100-120. Мощный, хороший завод с хорошей производительностью, благодаря которому мы раньше срока закончили укладку верхнего слоя. Как отмечают будовники, финансирование было ритмичное, да и працевали у прямом смысле слова с ранку до темна. Мы вообще едем с Глуста. Это 80 километров отсюда. Каждый день едем. Поднимаемся в 5, приезжаем сюда по 8. И до 7, но иногда до 11. Специалисты системы Белаутодар отмечают, что асфальтовое покрытие укладено по сучасных технологиях. Для безопасности руху створены охранно-шумовые экраны, подземные переходы. По словам будовников, наиболее складанный участок для них был у районе вёски Турки. Это было и снос домов, и второе, здесь предусмотрены очистные сооружения, и чтобы вода не попадала с дороги прямо на огороды, ничего отведено, все очистные сооружения, много коммуникаций, перенос был и строительство. Минск-Гомель – высокохуткостная магистраль. Как отмечают у Белаутодары, это частка европейского коридора от Балтийского моря до Черного. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, Новин регион.